Привет, дорогие криптаны! В этом видео я бы хотела поговорить с вами об одной монетке, и это монетка Тон. Мы обсудим, какие перспективы у проекта, какие события происходили у проекта и у всей экосистемы. С вами канал Просто Крипто, и давайте начинать разбираться. Итак, что же мы с вами уже знаем о Тон? Тон – это монетка с целой экосистемой, которая работает на алгоритме консенсуса Proof of Stake. Пока я не начала рассказывать за Тон, за его экосистему, за все фишки и так далее, хочу сказать, досмотрите видео до конца, потому что в конце видео будет конкурс. Тон, или же The Open Network, это быстро развивающийся децентрализованный блокчейн первого уровня, который, конечно же, имеет связь с Телеграмом. В 2018 году проект создал Павел и Николай Дуровы. Однако были вопросики от горячо любимого SEC, который ввел запрет на запуск блокчейна Телеграмом. И Дурову пришлось отойти от дел, передав проект другой команде. Как я уже ранее говорила, Тон – это целая экосистема со своими DEX, маркетплейсами, криптокошельками и так далее. Если вы не знаете, что такое DEX, то рекомендую посмотреть видео касательно бирж. Так о чем я? Ах да, Тон – это анонимные номера для Телеграма, пересылка монет прямо в приложении, и они даже сделали аукцион на короткие юзернеймы в Телеграме в виде NFT. И первые имена в Телеграме продали просто за космические цифры. Давайте же разберем топ-5 имен по цене, которые продались на аукционе. Первый – это Auto за 900 тысяч тонов. Второй – это Bank за 850 тысяч тонов. Третий – это Avia за 800 тысяч тонов. Четвертый – это Chat за 700 тысяч тонов. И пятый – это FIFA за 600 тысяч тонов. На минуточку, курс одного тона на тот момент был 1,6 долларов. Ну а теперь посчитайте, за сколько владельцы этих Telegram юзернеймов выкупили свои владения. С помощью аукциона и других своих экосистемных проектов Тон собрал очень большой капитал для внедрения обновлений, поэтому у него есть возможность выпускать новые фишки и становиться еще круче. Также пару дней назад был запущен компонент Tone Storage, призванный обеспечить дешевое и безопасное хранение файлов. Ближайшим аналогом является сеть Torrent, о которой также все наслышаны, где каждый пользователь может стать провайдером и хранить данные на своих устройствах. В нашем случае за это можно будет получать оплату в, конечно же, Tone. Будут доступны два тарифа файлов – публичные, видные всем блокчейне, и зашифрованные, доступ к которым есть только у владельца. Кстати, основная статья расходов Telegram – это сервера для хранения медиафайлов, на которые ежемесячно тратятся миллионы долларов, и подписка премиум пока не покрывает все издержки. Учитывая последние посты Павла Дурова о передаче власти в руки людей, пазл начинает складываться. В будущем Tone Storage может стать еще одним этапом интеграции, а сам Telegram позволит любому пользователю и стороннему сервису хранить данные в надежном распределенном хранилище. Тонкоин – это нативная монетка проекта и экосистемы Тон. На данный момент она стоит 2.1 доллар, а ее all-time high, то есть абсолютный максимум, это 5.8 долларов. Давайте же рассмотрим, стоит ли покупать эту монетку или вообще рассматривать ее как какой-то актив в свой портфель. The Open Network – это самостоятельный уникальный блокчейн, разработанный Telegram и поддерживаемый Open Source Community. Транзакции в Тон – одни из самых быстрых и дешевых среди всех блокчейнов. А также The Open Network – это прямые наследники проекта Тон, которые разработали братья Дуровы, как мы уже ранее с вами обсудили. Какая же цель у этого проекта? Цель состоит в том, чтобы объединить все блокчейны в интернет в единую глобальную сеть. И стоит ли покупать Тонкоин? Вопрос, который себе задает большинство людей, столкнувшихся с этой темой. Решать вам, и я в таких случаях делаю так, выписываю плюсы и минусы. Ну и давайте же выпишем свои и примем решение. Итак, плюсы в сторону покупки Тонкоин.
Первое – это известность монеты. К созданию приложил руку Дуров. Он же и впервые открыл ее, пропиарил перед Новым годом. И огромная рекламная кампания, и медийка на высоте. Второй плюс – это количество пользователей. Только одно русское комьюнити уже больше 200 тысяч человек и постоянно растет. Есть пользователи, есть рост цены и востребованность токена. Третий плюс – это листинги на биржах. Уже были листинги на некоторых крупных биржах. И если залистит Binance, то пара иксов точно должны прилететь. Следующий плюс – это популяризация майнинга. 5 миллиардов токенов Тонкоин помещены в смарт-контракт Proof of Work Givers. Гиверы раздают монеты по 100 Тонкоин за каждое успешное вычисление. Сейчас майнинг используется для получения Тонкоин из смарт-контрактов, и Proof of Work Giver имеют ограниченный баланс, который постепенно иссякает. Пользователи добудут все доступные токены. Соответственно, ограниченное количество равно постепенный рост цены. Ну и последний плюс – это есть глобальная идея, и это не какая-то мем-монета, что, конечно же, радует. Есть свой подход к пользователю, план развития, NFT-плюшки, airdrop'ы и прочие приятности. Ну, а из минусов – это то, что он глобально один, зачастую бывает, что при выводе новой монеты на рынок ее сильно пампят, давая стимулы к росту. На пике основные держатели сливают основное количество монет жаждущей толпе, и после этого проекты затухают, пузырь и прочее. Будет ли такое с этой монетой, покажет время. На данном этапе это просто пальцем в небо. В общем-то, выбор за вами. Монета может продолжить свой рост на хайпе или уйти в коррекцию, как это было недавно. В общем, как обычно, выбор за вами. Делайте свой собственный ресерч и принимайте решение. Но я бы пару монеток добавила. Ну а теперь давайте же разберем наш розыгрыш, который очень скоро будет проходить в телеграм-канале. Ссылочка на него в описании. Телеграм-канал «Просто Крипто» разыгрывает 100 долларов в монетке ADA. Экосистема Cardano и вообще все проекты очень перспективны, поэтому эти 100 долларов очень скоро могут превратиться в 1000, 2, а то и 10 тысяч. Поэтому это возможность, которую упускать ну просто нельзя. Все, что вам нужно сделать, это поставить лайк этому видео, написать любой комментарий, быть подписанным на телеграм-канал и на YouTube-канал. А результаты мы скажем через неделю, поэтому всем удачи! И бегом в Телеграм. С вами был канал «Просто Крипто», и помните, что крипто – это просто.